Вы видели, что тут творилось до этого? Я представляю. Ну... Уйди, какой злой! Уйди, какой злой! Уйди, какой злой! Вас просто подставили конкретно, вам выделили участок абсолютно непригодный, как после войны. Есть земля, до свидания. Так у вас тут газ, вам скважину надо бурить. Там запах болота, и оно цветет. Заезжал бульдозер, повис на пузе, его 6 часов вытягивали, в итоге пришлось копать полностью там под ним. В прошлом году я вообще наследство получила, и все наследство спустила на приезд. И администрация все, что сделала, это выделила вам участок без воды и без электричества, и совершенно непригодный для содержания собак. Других вариантов не было просто. Это было единственное возможное место. Они нам только предписание выписывают. Администрация. Администрация города Сургут, отстаньте от нас, пожалуйста. А? Помните, да. Участок был сплошная траншея. Там не будет этой ливневки, зато мы там все. Главное правило волонтера – не навреди. Это волшебство просто. Пропала собака, вернулась собака. Ну вот так. Происходит регулярно. Я вот это делать не буду, а вот это вот я сделаю. Ну оно не надо, ну и ладно. Вот оно не надо, но я это сделаю. Злома – это размножение грибков, глазоедов и... Но это похоже на вредительство. Вот, она живодерка, она решила резню устроить в приюте. Это якобы или на самом деле? Это якобы. Мы свободные волонтеры, куда хотим, туда и ходим, что хотим, то и делаем. А вся ответственность на вас? Да. А сейчас они начали возить собак, но не спрашивать. А он сегодня улетает в Москву. На гастроли, что ли? 30 животных вывезли под вашу ответственность. Да. А куда вывезли? На что? Зачем? Как? Ни одного документа, ничего нет. Ни одного документа. Это свои собственные реквизиты, на которые они собирают денежные средства. Фотографии в помощь якобы вашему приюту, в обход вас. И при помощи ПАО «Сургут Нефтегаз». Эти будки вообще хорошие, нет? Ну, собаки уже их съели. Съели? Конечно. Да. И при этом туда еще и волонтеры сено напихивали. Да. Это называется нецелевое использование денежных средств. Да. Можно было 60 будок простых сделать. Сколько у вас проверок было всего? За этот месяц это уже третья проверка. Это надо было для того, чтобы нас опять облили грязью. Потому что вся ответственность на вас, и все проверки приезжают к вам. Все 10 проверок приезжали именно к вам, а не к волонтерам. Ой, сейчас проверка будет, ни одного волонтера не будет. Сбегают. Чем хуже условия они показывают, тем больше средств они соберут. Такой способ заработка способ получается? Способ заработка, да. На вас решили хайпануть. Угу. И хоть раз какую-нибудь записку или расписку вам оставляли, что я забираю какую-то собаку, беру ответственность на себя? Нет. Стоимость строительства приюта 140 миллионов. У каждой собаки будет отдельный свой коттедж. Квадратов это 100. И у этого коттеджа будет свой швейцар. Повар, наверное, Константин Ивлев. А чтобы подвинуть вас, нужен общественный резонанс, правильно? Вас нужно дискредитировать. Вы, ребята, не справляетесь? Ну-ка, подвигайтесь. Сейчас сюда зайдут другие ребята. Вышли эти ветеринары, я их конкретно спросил. Есть ли какие-то факты жестокого обращения? Сказали нет. Получается, они вам просто палки в колеса вставляют. Они дискредитируют работу приюта. Вот эти люди, они не верят никому. А тем более вот эта вот трата времени на вот отписки, вот эти вот прогулки с ветеринарными надзорами, с прокуратурой, отнимает очень много времени. А вместо этого мы могли бы их элементарно вычислить. А их у вас? А их 180. Я считаю, каждая собака должна жить на диване. Надо дискредитировать вообще вот эту тему приютов, что посмотрите, приюты не справляются. Вы им выделили участок. Ну, пускай без воды, пускай без электричества. Пускай за невозможно попасть. Да, пускай затопленные, пускай с траншеи посередине. Но они же не справляются, смотрите, они еще и за животными не следят. А еще и волонтеров это как-то прижимает. А мы вот за 140 миллионов построим такой приют, который поможет всем. Начнут со 140, а могут уйти и в 500, и в миллиард. Приют для собак миллиард. Нормально? Да. 11.31, 28 мая 2020 года. Ко мне позвонил приют «Берегиня». Вот он здесь находится. Попросили подъехать, потому что приехал участковый из отдела полиции без формы. И некий дознаватель. Непонятно, что хотят. Говорят, какие-то процессуальные действия проводятся. Запрещает видеосъемку.
Каждую неделю у нас здесь проверка. У меня еще дома лежит больше 100 заявлений готовых. Да, я дознаватель. Мы работаем по сообщению, которое поступило в МВД России по городу Сургут о жестоком обращении с животными в приюте Берегиня. Вы сказали, будки должны быть подписаны. Согласны, как... Это что, это санпины или это у вас из головы? Ну как? Ну, получается, это ваше личное мнение, что будки должны быть подписаны. Я правильно понимаю? Нам же как-то их надо осмотреть и описи ставить. Да я-то тут при чем? Вон хозяйка, обращайтесь к ней. Я журналист. То есть то, что будки должны быть пронумерованы, это вы не можете привести никакой нормативный правовой акт. Правильно? Ну, значит, не должны быть пронумерованы будки. Представьтесь, пожалуйста. Председатель региональной общественной организации «Берегиня», приют для животных, находится на улице Базовая. Вы являетесь арендатором, да? Да, арендатором. Мы арендуем у администрации города. А в ассоциацию международную мы не входим, но в добровольцы России, конечно, мы там и отучились, и имеем все сертификаты по поводу волонтерства во всех видах уже. Я по образованию зоопсихолог, кинолог, получила образование за то время, что я начала заниматься животными. Вот фактически просто мне это было интересно, я хотела знать о животных больше и, соответственно, получила определенную профильную профессию для того, чтобы лучше понимать, что, как и для чего, и почему самое главное. Участок предоставила администрация города в каком году? В конце 2019. Юридически полностью он заключен 29 августа 2019 года. У вас раньше был участок в другом месте, да? Да, нам собственник земельного участка разрешил расположиться на 3 месяца. Получилось, что мы там задержались почти на год, даже больше. И вы, получается, переезжали осенью в срочном порядке? Мы очень успешно переезжали, потому что нас попросили оставить территорию ввиду того, что там будет стоянка под автотранспорт. А у нас там вольеры, собаки, никому это неудобно. В каком порядке происходил переезд? Насколько помню, у вас ни вольеров, то есть вам предоставили голый участок без воды, без электричества? Нам предоставили голый участок полностью, он был с траншеями участок и куча грязи. На участке торф, там двухэтажный дом был, и фактически земельного участка свободного было 20%. Заезд был с глубокой траншеей, очень большой, и получается мы туда даже зайти не могли, не то что только на самолете, если пролететь. Мы нанимали сразу технику для того, чтобы просто хотя бы посмотреть его, не то что там, мы просто на него попасть не могли. Как после войны? Участок выделен посередине промзоны, да? Да, посередине промзоны. Присутствовали заводи, болота, то есть торф какой-то, рядом какая-то свалка непонятная. И я так понял, там даже техника не могла проехать. Правильно? Там вообще все вязло, особенно вот когда мы переезжали, уже была такая, осень, довольно-таки, пока мы вывозили вот этот вот мусор, который был на участке, пока закапывали вот эти вот траншеи или ливневки, это если правильно сказать, а фактически там техника просто вязла, ее потом кто-нибудь выдергивал постоянно, и туда никто не хотел ехать. Все приезжали, только застряли и уезжали от нас. Мы кого не просили, мы уже умоляли слезно, и там вот только самые сердобольные, вот которые уже именно, видимо, любят животных, хотели вот, помочь от чистого сердца, они уже там где-то как-то задержались. Но все равно у нас частично он остался фактически вот с насыпью, с болотом. Вот где мы смогли, мы там поставили уже вольеры, где-то будки, где по суше такая территория. Но пришла весна, и весной фактически была территория полностью почти подтоплена. Там вода держалась местами выше колена. Вас просто подставили конкретно, вам выделили участок абсолютно непригодный. Ну, только в болотниках нужно было пройти, либо сапожки там кто-то где-то краями где-то отходил, там где-то выше места, где-то ниже. И получается, у вас после переезда, даже во время переезда, у вас собаки приехали на голую землю, правильно? Да, на голую землю. И ни будок, ни вольеров, ничего не было? Ничего не было. Но мы пока отсыпались, в общем, фактически мы половину отсыпали, начали строить вольеры. Получается, мы частично переезжали, там где-то будки там перевозили, где-то там уже построенный вольер, где-то уже к недостроенным вольерам мы сцепляли этих собак, потому что нам сказали, либо нас несут там, либо просто откроют нам вольеры, нужно срочно переехать. Это был вердикт. Есть земля,
до свидания. Вольеры и будки поставить вам даже негде было. Я так понял, 20% только земли было пригодно. Да, негде было. Вот я говорю, мы вывозили, фактически там было очень много техники задействовано. У нас Мерседесы, там, по-моему, Две недели, 16 кубов Мерседеса. Техника работала фактически с 7 с утра и до вечера. Это просто вывозилось все. И получается, вам нужно было без электричества, без воды каким-то образом быстро до зимы соорудить вольеры. Да. И еще ограждение кое-какое-то сделать, чтобы люди не боялись проходить, потому что собак много. То есть участок не было огорожено? Ну нет, конечно. Нет. Там полностью голая земля с траншеями и сборами. А дренажный насос как использовался? Ну вот когда пришла весна, снег начал таять, дренажный насос у нас 2 недели бесперебойно работал. Он фактически был включен круглосуточно, вода вообще не уходила. Там вода в землю просто не уходит. При наличии ливневки по краю участка, да, мы даже траншеи прорывали, она все равно стояла. Собаки у нас уже, мы где-то искали возвышенности, чтобы эти будки переставлять. Мы только сейчас и делаем, что переставляем прямо будки. Потому что сейчас работает тоже техника, они нам землю отсыпают. И фактически получается, что мы их постоянно куда-нибудь пересаживаем. Вам удалось возвести 2 линии вольеров. Сколько там всего этих вольеров? 44. 44 вольера. Угу. То есть по 22 в каждой линии. Да. Ну там есть спаренные вольеры, они как большие по большей степени. А чтобы разровнять землю, вы приглашали технику, вы экскаваторы, да? Да. Максим, расскажи, пожалуйста, вам нужно было воздвигнуть вольеры, но у вас не было земли пригодной. Вы пригласились технику, да? Да, завозила техника нам грунт, где вот сейчас стоят вольеры, там шла широкая траншея, ливневка. Засыпали эту траншею, утрамбовали все, поставили в экстренном порядке секцию вольеров. А вот тот случай, когда водители отказались, сказали, убейте нас. Водители отказались, это чуть-чуть левее от вольеров, там участок есть такой, где как раз была самая основная масса вот этого торфа. Даже вот сейчас уже по месяц стоит засуха, жаркая погода. Сейчас, если в это место наступить, хоть там и сухо, но проваливаешься. В сухое вот эту вот непонятную субстанцию, все равно проваливаешься. Там до сих пор все цветет. Даже в такую засуху, там запах болота, и оно цветет. И получается техника... Она просто там вязнет. Заезжал бульдозер, он просто повис на пузе, его 6 часов вытягивали, в итоге пришлось копать полностью там под ним. Заезжал амкадор, он 5 часов там провисел на пузе, пришлось его тем бульдозер, которым накопали, его вытащить. Когда завозили бытовки на кухню, то у нас там трал, площадка просто упала на пузо. То есть не на мосты упала, а именно на саму площадку она провалилась. В итоге пришлось вызывать кран дополнительный. И кран провалился в этом месте, и площадка. То есть мы вызвали дополнительный кран, вызвали еще одного амкадора. Матрешка. Да, то есть это 8 часов. То есть мы там несколько мужиков, и 8 часов мы там учились, доставали технику. Бытовку перевозили. Бытовки вот на кухню. Вам кто-то вообще помогает вот это все делать, ухаживать за собаками? Вы только вдвоем или еще кто-то? Люди приходят, которые себя называют волонтерами, они приходят, помогают покормить собачек. Получается, у вас сейчас доходы как идут? То есть ты рассказывал, что ты тратишь полностью свою зарплату, да? Ты еще и работаешь, да. И параллельно вольером занимаешься. Да. Приютом, точнее. Угу. В прошлом году я вообще наследство получила, и все наследство спустила на приют. Еще и зарплату? И там кредиты брала. Кредит был на стройматериал. Я изначально была кредит, потому что мне хватало пожертвований. Мы сколько просили, у нас группа есть ВКонтакте, просили средства, помогите, животных жалко, пожалуйста. Там сердобольные люди отзывались. А до создания приюта «Берегиня» вы обращались в администрацию? Требовали вообще заняться этой проблемой? Писала я. Очень много писем. Вся страна писала, наша родимая. До всех городов была петиция, они их закидали письмами. И я говорю, после этого начали меня ограничено выдавать животных. И администрация все, что сделала, это выделила вам участок без воды и без электричества, и совершенно непригодный для содержания собак. Они могли, в принципе, об этом не знать, потому что акта передачи сейчас нету. А есть земельный участок на определенной территории, он был не отмежован. В принципе,
Я даже не знала его местонахождение. Я знала только примерно, что он где-то там. И, в общем, мы нанимали кадастровых инженеров. Кадастровые инженера уже показали, где конкретно это находится. И только вот, ну, мне уже было дано согласие на передачу этого земельного участка. И, соответственно, мы уже как бы... Как других вариантов не было просто. Ну вот, чтобы там выбрать получше, похуже, там еще что-то в этом роде. Это было единственное возможное место. Поэтому мы как бы туда пришли, доделали документы. И получается, у вас, вам достался такой участок, и вам нужно было восстановить все, да? То есть разровнять участок, поставить балки, соорудить вольеры, поставить эти будки там какие-то временные, соорудить кухню, забор, пробурить скважину, чтобы хоть какая-то была вода, да? Я так понял, вы скважину сами пробурили, да? Электричество вы где взяли? Ну, пока что временно у соседа подключились. То есть это тоже за свой счет все, да, оплачивается? Да, конечно. И скважина, и электричество, и а у вас еще и расходы на чипизацию, на вакцинацию, на питание, на интернет, на видео, привозит народ в воду, на вывоз мусора. Основные у вас расходы на что идут? Ветеринария в основном и питание. Это основной пласт расходов. Администрация и строительство, потому что строительство сейчас жрает очень много. Но это, слава богу, ну, разовая такая, надо построить, и оно потом закончится. А ветеринария и питание, они же никуда не денутся. Это постоянные нужды. Техника вся для этого всего. Ну, сейчас надо переставлять вагоны, тоже опять нанимать технику. Позавчера привезли стройматериал, тоже техника. И это все копеечку немалую стоит. Кран наемный. 2500 час. Площадка 2500 час. Фискарь, ну, даже по знакомству, 2000 час 10-тонник. Я так понял, участок находится в аренде и записан на тебя, да? На организацию. На организацию. Юридическое лицо, да, не коммерческая организация, ну, Берегиня. В юридическом лице директор кто? Председатель я являюсь. Ага. Вот, то есть, по сути, вся ответственность за этот участок и за собак, за уход, это все на тебе, правильно? Да, все правильно. Так, и... уже предписание получила, что я за ним некачественно ухаживаю. У вас есть группа ВКонтакте, да, называется как? Приют Берегиня, город Сургут. А вы там размещаете реквизиты и собираете добровольные пожертвования, правильно? Да. Все правильно, и нужды там же публикуем. Нужды, что необходимо на данный момент приюту? Да, конкретная нужда в данный конкретный момент. Там нужен корм, пишем о корме. Нужна техника, нужна помощь руками. Вам кто-то вообще помогает, приходит? Вам нужно, допустим, забор сделать там или вольеры соорудить? Люди приходили раньше. В прошлом году достаточно таки немало народу приходило. Там человек по 10 выходные приезжали ребята в основном. А потом как-то почему-то... Затихло все? Да. Ну, видимо, из-за вот этой вот, так сказать, можно сказать, склоки между волонтерами и нами. Потому что... Они приходят вроде помогать, начинают помогать, пообщаются с волонтерами и сбегают. Мне кажется, никто не хочет просто в этом участвовать. Даже я удивляюсь постоянно, причем я уже думала, я должна ко всему привыкнуть, но постоянно удивляюсь. А что за волонтеры? Я так понял, с какими-то волонтерами у вас недопонимание или какие-то разногласия возникли? Расскажите об этом, пожалуйста. Ну, есть группа волонтеров, как они себя называют. Вот, открыли ВКонтакте свою группу, организовались как-то одной такой пачкой, кучкой. Как называется? «Помоги». Сейчас они себя назвали «Верное сердце», по-моему. У них написано, мы группа волонтеров «Верное сердце», помогаем собакам собаки Сургута, нашим собакам, нашим приютам. Открывают на свою карту сборы. Ну, сами практически в приюте не появляются, но раз в неделю приедут на пару часов, и как таковой помощи от них сейчас нет. Два человека-то приезжают практически почти ежедневно. Ну, 2-3 человека, это вот Светлана, Алена, Ольга. Светлана работник у них сейчас, а Алена и Ольга, вот они регулярно ежедневно приезжают. А основная масса вот этих вот группы «Помоги», ну, как бы... Писари, да. Зайти к ним в группу можно сразу увидеть. Даже одна из участниц этой группы, Наталья Будыма, написала пост, какой
Вон какой сегодня прекрасный день, кто хлеб привез, кто воду, кто звонит по инстанциям ради того, чтобы спасти собачек. То есть даже в этом посте можно прочитать, что никто ничего не делает. Привезли воду, оставили, уехали. Привезли хлеб, оставили, уехали. А чтобы сделать что-то действительно полезное в приюте, как бы с их стороны были жалобы, написаны в земкомитет, что у нас там якобы бардак на территории, строительный мусор везде валяется. Причем строительный мусор, они назвали стройматериал, который был закуплен за деньги, за которые у нас почему еще долго. То есть как бы это личные средства были вложены туда. А стройматериалы для чего? Для строительства второй и третьей секции вольеров. То есть еще две линии планируете возвести? Вообще изначально планировалось 6 секций. Но так как участок просто в таком отвратительном виде, то есть их некуда было ставить. Вот мы одну секцию успели до мороза поставить. Только снег не выпал. Да, а дальше вот где планировалась вторая секция вольеров, ну это по весне, как бы это болото. В будущем это, вообще какие работы запланированы? В будущем заново отсыпка участка, потому что та отсыпка, которая была, к сожалению, это было мало. Усело. Да, потом уселось. И даже вот где сейчас вольеры построены, там в итоге после всех этих наводнений и всего остального уходила, упала земля, очень сильно ушла. Ну, сантиметров на 30, наверное, теперь расстояние, зазор от вот доски, которая лежит сверху, и вниз она ушла. Там видно было, что у нас вкапывалась вот как-то эта сетка, арматурная называется. Да, арматурная сетка. Арматурная сетка вкапывалась, и она тоже уже висит, потому что она была вкопана. А сейчас получается такая ситуация, что, видимо, ну, как и бывает же усадка домов тоже, когда вот въезжаешь в новостройку какую-то, и говорят, не делайте ремонт год, там, ну, вот у нас та же самая, в принципе, ситуация сейчас. По поводу света, воды и вот этого вообще земельного участка и какой-то помощи от администрации, я так понял, вы обращались и никакой реакции, правильно? Нет, они нам только предписания выписывают. Какие предписания? О чем? Была прокопана заново вот эта ливневка траншея, но была прокопана неправильно, она прошла по нашему участку. Вот, причем дважды ее копали, первый раз ее прокопали вообще посреди участка. Вам пришлось ее закопать? Закопали, да, то есть опять они ухайдокали нам участок. Подождите, то есть вам дали участок, который был разделен траншеей посередине? Нет, участок нам дали, он по кругу траншея шла. Там она была полностью, весь участок был сплошная траншея. Еще и посередине? Нет, посередине потом, это уже закопали, потом, они это уже когда мы закопали. Да, кто они? Ну, это соседние базы, потому что если там не будет этой ливневки, зато там все. Слово абсолютно. То есть там, все соседние базы, мы тоже. Водоотвода, ну, и, соответственно, как бы все же пользуются вот этими скважинами, я так понимаю, потому что воды там ни у кого нет. Водопровода центрального нет ни у кого. И кто-то там все скважины пробурил и пользуется технической водой, там руки помыть, что-то просто помыть там. И, соответственно, как бы ее потом сливают в эту ливневку. То есть, когда мы закопали вот эту, что сейчас у нас является дорогой, это была траншея, мы ее закопали. После этого собрались со всех баз арендаторы. Ой, вот. Как мы заезжали, это ж надо было видеть. Мы, в общем, заехали туда, и все соседи собрались, что мы им канал засыпали. Ливневку. Я говорю, как мы должны заезжать на свой участок? Вы говорите, извините, пожалуйста. Я говорю, нам дали в аренду землю, мы за нее платим. А у вас есть фото, видео, где вы прям посередине? Да, есть, конечно, все есть. А давайте вернемся к волонтерам. Вот я так понял, у вас есть какие-то волонтеры, которые хозяйничают без вас на вашем участке, и которые записаны на вас, вся ответственность на вас. Я так понял, приезжают какие-то волонтеры, которые считают, что могут делать все, что угодно с собаками, которые находятся, по сути, на вашей ответственности. Практически это все волонтеры, которые приезжают. Считают так. Ну, они просто в одной массе общаются вместе, и вот это один сказал, что вот можно, и они начинают, видимо, это делать. Потому что вот как бы, ну, вы повезли куда-то собаку, да? Ну, напишите смс-ку, я даже чат открывала. Знаете, я говорю, вот у нас группа, если вы куда-то поехали с собакой, сообщите, пожалуйста, чтобы мы ее не искали нигде. И сколько уже? Больше года
происходит одно и то же. Они забирают, мы ищем, они никто не берут, никто не знает, а в итоге показалось, что мы у кого спрашивали, тот этим и занимался. Этим вопросом. Ну-ка. Это жестокое обращение с животными. Запомните, люди. Да? Да, я они говорят, что вы на них пишете. Конечно, мы сейчас пишем, потому что это жестокое обращение с животными. Ну что ж ты так жестоко с ним ласкаешься, а? Ну прям жестоко ласкаешься. Сразу видно, он меня боится. Я не пойму суть конфликта. Неужели нельзя найти общий язык и вот смотрите, как-то... суть конфликта в том, что как бы мы начинаем. Вот я прихожу, да, вот с утра, прихожу, смотрю, собака там начинает, ну, там, вот, например, от ошейника натерла, да, я начинаю звонить ей и говорить, вот там у собаки нужно ее вести в больницу. Не трогайте, мы сами. В итоге я прихожу на следующий день, она также сидит. Никто ничего не делает. Я беру эту собаку, везу в ветклинику, начинаю ее там лечить за свои... У нас с волонтерами. Не, а берете как? Вы приезжаете, говорите, ну, если вы сами не можете, они давайте... здесь. А-а-а. Нет, здесь. Их они нет. Очень редко здесь бывают. Они бывают редко. И мадам, которая у нас руководитель, она постоянно сидит в машине, она даже не выходит и не смотрит собак. Она даже по именам точно не знает, где какая собака. Ну, я вас в интернете видела, я вспомнила. Антон Николаевич Булгаков. Да, да, да. Бабушкины, да, Балины, да. Судно прокурора. Я смотрю, что это я, да. Вот, да. И получается, если я ее беру, значит, я ее украла. Значит, я вот плохо делаю собаке. Значит, я ей что-то там несуразное лечу. А вот последний случай, они говорят, у них украли собаку недавно. Вот, это собака, вот, которая вы, это я. Подождите, ага. Вы когда приезжали, вы вообще уведомили, что вы забираете собаку? Нет. Ну а почему? Потому что мы до этого потому звонили. Потому что запретили ее трогать, эту собаку. Не, а я зашла в вагон, а собака девчонки, уже ну, лежит. Это же вот чисто человеческое, как сказать, отношение. Просто предупредить, хотя бы смс-ку отправить. А, вы заняты, я... Куда? Куда? Черный список везде. Ну, записку оставить, в конце концов. Записку. Ну, а что? Записку оставил, сфотографировал, все. Это уже не кража, понимаете? А то не на вас кражу пишут. Да пускай пишут. Есть доказательства, что собака... Да, что собака находится в тяжелейших состояниях. В тяжелейшем состоянии. Нет, я не про это говорю. Я про то, что, ну как, чтобы это не выглядело как кража. Пусть пишут кража. То есть вам нужно себя обезопасить в этом смысле. Чтобы вот если со стороны посмотреть, получается, вы это увидели, что собака плохая, и мимо хозяина взяли ее и утащили. А если вы записку оставили, все, никаких претензий. Я приехал, я оставил записку, все, я предупредил. Потому что я в черных списках везде, но я предупредил. Это уже не кража, все. Понимаете? Вот так нужно действовать. Девчонки, может, давайте проще сделаем, договоримся. Если еще что-нибудь подобное возникнет, и они, и вы мне звоните. Я как, ваш телефон можно? Я как независимый корреспондент, мне никто не платит, я это... А, то есть это не оперативная группа, нам сказали, оперативная группа работает. Нет, я сам по себе. Вот я это, ребят знаю, это... Они а это мне... оперативная группа? А там следователь и дознаватель. А, Участковый из отдела полиции номер 3 и дознаватель тоже. А они по какой тоже. Причине приехали? Ну, якобы заявление о жестоком обращении с животными от вас, я так понял. А, вот. Так нам и туда тоже надо. Да, и приехали санитарные, вот говорю, это санитаров, саннадзор какой-то приехал, тут газель приезжал еще. Вот. И вот мы где-то часа полтора назад зашли на территорию и начали смотреть всех, кто чипирован, у кого есть бирка, кто кастрирован, ну и так далее. Вот эти все признаки, они все это записывали. Я вижу нарушение с вашей стороны, что вы собак забираете, не уведомив хозяев участка. Могли бы записку хотя бы оставить или смс-ку отправить? Нет, в следующий раз милиция. Либо вот так поступайте. Вызывайте полицию, чтобы официально, вот, смотрите, чтобы это не выглядело как кража. А санитарная служба что у нас скажет? В каком состоянии вообще собаки? Собаки вот сейчас, они в удовлетворительном состоянии, то есть они фитны, нет никакого у них там исключения. Да. Какие-нибудь собаки в критическом состоянии есть? Нет. Нет, жестокого обращения. Есть у всех вода, кто-то даже... То есть жестокого обращения по факту нету? Нет. Есть просто недопонимание со стороны, с двух сторон, со стороны хозяев и волонтеров. Вы, девчонки, я говорю, как-то общий язык находите, либо привлекайте третью сторону. Раньше было получше, они когда брали собаку, везли куда-то, то есть они предупреждали, что мы взяли собаку, повезли ее туда-то, для таких-то манипуляций. Не-не-не, раньше они просто не возили собак совсем. Они говорят, надо везти собаку, ты не везешь собаку, ты враг. А сейчас они начали возить собак, но не спрашивать. Ну, стало народу немножко побольше с машинами, и, соответственно, как бы
Ну, народу это прекрасно, что они помогают. Это, ну, на самом деле, это великий труд, я это знаю не понаслышке. А вот, ну, ставить в известность – это, по-моему, основа основ. Давайте рассмотрим вот последний случай. Я слышал, у вас собаку недавно вывезли без вашего разрешения, вообще никак не уведомили. Расскажите об этом. Как зовут ее? Акела. У нее была болячка. Мы лечили. Лечение было в виде химиотерапии. Назначенным ветеринарным врачом. Назначенным ветеринарным врачом. Есть диагноз, есть назначение, все. После химиотерапии у собаки пошло, что там, ожог вены, угу. Вот что такое. Ну, это побочка препарата. Это побочная, да, то, что химиотерапия. И они, вот эти вот, группа ПавМаги, усомнившись в компетенции ветеринаров, посчитав, что они умнее, что они грамотнее в этом, повезли собаку в другую клинику, где... Стоп, как происходило? Они узнали, что собака это, после лечения находится в вольере, правильно? Она была в отдельном помещении, закрыта. Угу. Сидела отдельно. Вот, они увидели, что у него с лапой такая беда. Они приехали без вас, не уведомив никак? Не уведомив, да. Они отвезли в другую ветеринарную клинику. А когда они забирали собаку, они какую-то записку оставили, там, вам звонили? Не повестили вообще абсолютно. Мы причем никак. Мы всех спросили. Узнали мы о том, что они возили в другую клинику, только по посту ВКонтакте в группе, что они отвезли собаку в другую клинику. Потом мы уже отвезли в ту клинику, которая наблюдала эту собаку, к тому же самому врачу. То есть и этот врач узнал об этом, что собаку возили в другую клинику, и усомнились его компетенции, естественно, ему это было очень неприятно. И состоялся не самый приятный разговор, потому что мы к этим врачам обращаемся регулярно, у нас сомнений компетенции нет. А эти люди у нас появились не так давно, кто... То есть у вас есть постоянные ветеринары, которые знают у нас все проблемы, каждую проблемную собаку, у которой есть какие-то заболевания, они знают. Приют, скученность, да, они знают примерно, что у нас, где у нас может быть в принципе. То есть это уже происходит на протяжении нескольких лет, да? Получается, такие, ну, как вот есть у людей семейные врачи, да, семья? У нас есть приютские ветеринары. А волонтеры, я так понял, без вашего согласия, без уведомления приехали, забрали собаку, увезли к совершенно другому врачу. Да, которую, причем мы не разрешаем. Век интернета, телефонизации, ну, не предупредить это вообще. Да элементарно можно было записку в ворота оставить. А так, получается, все признаки хищения... Неизвестно, чьи собаки. Они знают, что работают камеры пишут, почему-то даже не подумав об своей ответственности. Это единичный случай или такое происходит все чаще и чаще? Это все чаще и чаще. Да, это... они себе позволяют такое все чаще. Они вывезли у нас, собака дикая была, они ее пристроили без нас, никто не знает, куда она делась. По камерам увидели, что это одна из волонтеров вывела, и на стене увидели у другой девушки, которая у них, так сказать, в команде, что она ее у себя содержит на территории. Это уже с постоянной регулярностью. Потом они забрали погулять. Причем, ладно, это, ну, с территории вы забрали собаку, ну, ты скажи, что ты собаки 2 дня не было, а потом она... появилась. Это волшебство просто. Пропала собака, вернулась собака. Ну вот так. Происходит регулярно. А на охрану у вас нету денег, да? Я правильно понимаю? Нет. Ну, ни средств нет, ну и желающих особо. Никто не хочет, да, заниматься? Ну, многие боятся, во-первых, а во-вторых, начинать там... Боятся чего? Собак? Животных, конечно. Или волонтеров? Ну, странные какие-то волонтеры. Вот расскажите, пожалуйста, вот в моем понимании волонтер – это тот, кто приходит и говорит, у меня есть свободное время, я готов помочь, скажи мне, что делать. Вот. Я очень понимаю. Главное правило волонтера – не навреди. Чтобы не навредить, его первая обязанность – это спросить. Спросить, что нужно и чем помочь, нужна ли эта помощь. Потому что есть помощь, которая в принципе не нужна, и она пустая. И есть помощь, которая реально вот нужна в конкретный день. И
А тут получается, что ничего захотели, то и сделали. Я вот это делать не буду, а вот это вот я сделаю, ну оно не надо, ну и ладно. Вот оно не надо, но я это сделаю. У нас так солому разносили по весне. Уже плюсовая температура разносит солома. Солома – это размножение грибков, глазоедов и из, получается, вот из-за вот этого вот. Мы дважды обрабатывали животных. Солому они, я так понял, я приезжал к вам, видел, они солому помещают внутрь будки, да? Чуть да, не наполовину. Чуть ли не наполовину забивают, а из-за влажности, из-за ну, сырой погоды она вся мокнет, гниет. Гниет, это все собака, это ну, собаки это человек животного. Они начинают, во-первых, запах, во-вторых, лосоеды. В-третьих, там заводятся всякие насекомые. Ну, и получается, это... вот эти все ваши процедуры по вакцинации, там, по лечению каких-то гельминтизации, это вот обработка паразитов, да? Она все, Во-первых, увеличивается в стоимости. Нам пришлось докупать препараты. И вот это сено, оно сводит на нет? Вот на нет все, ваши... все старания. Полностью. Мы по зиме хотели ветеринарный кабинет отремонтировать и запустить к себе врача на зарплату. Но это похоже на вредительство. Ну, оно, в общем-то, так и сводит на нет просто все начинания. Мы только начинаем что-то делать, они тут же открывают хайп. Вот, она живодерка, она решила резню устроить в приюте. Да, есть пост «Массовая резня в приюте». Это когда мы у себя в группе написали пост по поводу веткабинета, в котором планируется производить стерилизацию, кастрацию собак. А до этого были неоднократные разговоры, что давайте как-то совместно соберемся и своими руками отремонтируем веткабинет. То есть помещение, которое у нас подготовлено было под веткабинет, все, вот, ну да, вроде надо, потом буквально в следующий раз разговор происходит, что да зачем оно надо, да мы не будем этого ничего делать. Когда мы открыли пост на то, что планируется постройка и ремонт веткабинета, в котором будут проводиться эти манипуляции, они тут же буквально у себя написали пост «Массовая резня в приюте». Массовая резня, и я им не даю открыть стационар для животных. Я запретила им заходить на территорию и вообще что-либо делать. Они хотели утеплить там место, подвести электроэнергию, поставить там конвектор. Это якобы или на самом деле? Это якобы. А ты когда-нибудь запрещала волонтерам нет, заходить на территорию? Нет. То есть доступ свободный, любой доступ может приходить? Ну, доступ свободный, но с разрешения они, конечно, все же делают. Понимаете, но они даже не спрашивали, но об этом написали. Ну, получается, волонтеры злоупотребляют вашим, как сказать? Доверием. Доверием. Вы доверяете людям, ну, как бы, не то, что доверяете, вы вынуждены их пускать, потому что они где-то оказывают помощь, а где-то, не слушая никого и не пренебрегая вообще любыми знаниями, называют себя волонтерами, ни один из них не имеет ни сертификата волонтера, они даже не знают, что такое волонтер, кто такой волонтер, что он должен делать. Ну, я так понял, в их понимании, это я вот захотел помочь, пришел, да, помог так, как посчитал нужным. Я обычный человек, как они мне не так давно сказали, мы свободные волонтеры, куда ходим, туда и ходим, что хотим, то и делаем. А вся ответственность на вас? Да, то есть, как бы, они считают, что вот я вот такая, ну, ведут себя как у себя дома, как у себя на кухне. То есть, что хочу, то и хочу. А вы пытались как-то это урегулировать, вот эти все волонтерские движения, то есть составить какой-то договор? Неоднократно было предложено еще с прошлого года, шли разговоры, что предлагалось. Давайте совместно разработаем волонтерский договор, который будет устраивать и вас, и нас. Где будет прописаны все ответственности, да, кто что может делать, какие это, действия да, имеют. Шли разговоры, что вот, если ты там собираешься быть волонтером, заключая волонтерский договор, где будет прописано, что я волонтер, там такой-то, 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 там, там такая-такая-такая. Беру под свою ответственность, к примеру, чтобы всем было хорошо и никому не было накладно, и у всех было одинаково ответственность. Я беру под свою аккуратность, такую-такую-такую собаку. Обязуюсь. Там кормление, лечение, осмотр, выгул. Чтобы уже не было такого, что я взяла собаку без предупреждения руководства, своевольно увезла ее куда захотела, руководство потом отвечает чуть ли не в суде за это. То есть оно в нормальных организациях, везде, где есть волонтеры, есть волонтерский договор. Ни в одном городе такого нет. Почему мы говорим, что у нас нет волонтеров? У нас есть люди, которые к нам приходят, помогают, волонтеров у нас нет. У нас нет ни одного волонтерского договора. У этих волонтеров нет ни у кого сертификата волонтера.
Они не знают, что такое волонтер. Они говорят, волонтер это доброволец, который просто приходит и делает. Они вот схватили, допустим, собаку в ветеринарную клинику. Я им говорю, предоставьте, пожалуйста, документы. Вы ни одного документа не было. Они вывозят собак в другие города. Я говорю, договор передачи, пожалуйста, можете оформить на себя, если вы хотите, а потом разбирайтесь с ветеринарным надзором уже самостоятельно. Вы несете ответственность за это животное. Ни одного договора, вернее, один был на собаку Дэми. Это единственный. А вывезено было порядка, ну, более 30 животных. То есть 30 животных вывезли под вашу ответственность. Да. А куда вывезли, на что, зачем, как? Ни одного документа, ничего нет. Ни одного документа. Ничего. Мало того, я как-то ночью приехала гулять с животными, и на моих глазах фактически посадили собаку в машину, а он сегодня улетает в Москву. Они забыли меня просто об этом предупредить. А я... На гастроли, что ли? Ну, да. А я вообще просто с собаками погулять приехала. Ну, не то, что вот, ну, не успели мы днем, были дела. И при этом, я так понял, у них вот этой группе «Помоги» размещены свои собственные реквизиты, на которые они собирают денежные средства. Помощь якобы вашему приюту в обход вас, и с вами этими средствами никто не делится, и никто с вами не согласует их трату, правильно? Никто не согласует ни поступления, ни траты, у них есть финотчеты. Но зайдя даже в их финотчеты, закупки и все остальное, на что тратятся те деньги, которые они собирают, у них практически не указано. Ну вот пример с будками. Вы мне рассказывали, что волонтеры купили, взяли, потратили свои денежные средства, которые они там собрали. У них какие-то свои дарители были, которые пожелали остаться инкогнито. То есть решили спрятаться. А что это? Почему они? Спонсоры какие-то? Или которые прячутся, да? Которые прячутся, я не понимаю. Если они благое дело делают, то почему, бывает, они прячутся? Бывает, что люди не хотят, чтобы они говорили. Ну хорошо. У нас есть вот пара человек, да, пара девушек, которые приходят, ну, не там 2-3 раза в месяц, да, по возможности. Они действительно делают что-то. Они молча пришли, там надо убрать, к примеру, вагон. Они взяли лопату, они взяли мешки, просто молча пошли, убрали вагон. Когда нам надо пост благодарности написать, они говорят, нет, нас не фотографируют. Мы пришли, сделали и все. Нам Но ничего, это скромность. Нам ничего не надо. И таких людей достаточно-таки немало. Они приходят, да, они приходят редко, но они и... Но они спрашивают у вас, что нужно сделать, как сделать. Да, они приезжают, чем помочь? Чем помочь? Вот. Первый вопрос. То есть, все, там, видишь, ну, можно вот то, вот то, вот то сделать. Они, хорошо, все. А можно с собаками погулять? Ну, да, или приезжают, можно мы погуляем с собаками? Там, да, вот это, например, можно выгулять. Все, то есть, там... Я хочу вот именно конкретный случай с будками рассмотреть. То есть некие волонтеры взяли, потратили денежные средства, такую немаленькую сумму, то есть за 1600 каждую будку, всего 30 будок, да, они взяли? Да, будочки, да. С USB. Что такое USB? OSB это персональный, ну расскажи, это больше по московской части. OSB, да, что это? Да, утеплитель какой-то? Нет, это плита деревянная. Рисованная стружка, другими. Да. Из одной такой плиты можно сделать одну будку. Получается, они потратили 48 тысяч на 30 будок, 1600 каждая. Эти будки вообще хорошие, нет? Ну, собаки уже их съели. Съели? Конечно. Разгрызли? Да. И собачки, и мышки там. И при этом туда еще и волонтеры сена напихивали. Да. А вот эта сумма 48 тысяч, вот я так понял, вы собираетесь еще 4 линии вольеров построить. А вот этой суммы на 48 тысяч, на сколько бы вольеров хватило? 32 вольера. Да, в районе 30 вольеров. То есть еще с расчетом, что у нас ушло 1460 рублей на одну секцию вольера, в котором живут две собаки. 6 квадратов. Есть некоторые объединенные вольеры, которые из одного там... То есть пространство больше, вдвое больше жильцов в каждом вольере, цена меньше, а количество вольеров на потраченные деньги намного больше. Там еще ошейники, цепи, убудок, да. У них же там своя амуниция. Все, в вольере собака без ошейника, без цепи, то есть она двигается нормально, с нету ничего.
И получается, вместо того, чтобы 48 тысяч потратить на 64 собаки, где бы они размещались в вольерах, эти деньги были потрачены на 30 будок, которые на улице с цепью и были съедены собаками. И были съедены собаками. И часть вот этих вот будок они поставили в вольеры. Внутрь? Внутрь, да. А смысл? То есть вольер закрытый, вот задняя стена, бока, это закрыто. То есть туда можно поставить обычную будку, положить туда зимой тот же солому. Вот, или утеплить просто снизу. Тело уйдет, и она будет большая. А ну, вот эти будки теплые, как бы респектабельно было бы, конечно, на улице. Но часть вот этих будок все-таки пошла в вольеры. Ну, понятно, понятно ситуация. То есть, ну, в некоторых средах это называется нецелевое использование денежных средств, да, которые, по сути, жители города Сургута добровольно жертвуют на помощь собакам, а деньги, по сути, тратятся неэффективно, как мы видим по расчетам. Вместо того, чтобы у вас спросить, что нужно, что необходимо, хотя бы к тому на это потратить деньги. Ну, с расчетом то, что они вот эти вот 30 будок сделали с двойной стеной, то есть на одну будку было потрачено 2 листа в USB. Вот это 1600, это только оплата работы. То есть можно было 60 будок простых сделать. И снаружи утеплить. И снаружи утеплить абсолютно тем материалом, да, который есть в приюте. Что лучше сделать, будки или вольеры? Вольеры. Вольеры, конечно. Ну, вот вольеры, мы уже выяснили, что 64 собаки можно было разместить. Вместо этого 30 размещено. И на улице. Вместо вольеров. Потому что вольеры сейчас на улице, представляешь, живут, это же вообще... Они сгрызли эти будки, и получается, ветер туда задувает. Сколько покоцано ошейников еще, амуниции сколько разодрано. Это же да, это собаки, металл, кстати, они да, тянут, они ломают. Ошейники ломают. Разгибается вот этот металл, его постоянно меняешь, ну, как бы, тоже такое дело. Прежде чем подвести итоги, я бы хотел еще поговорить про писанину. Ту бумажную войну, которая открыта против вас и которую вы вынуждены вести, дабы защищать, то есть тратить свое время на какую-то писанину, чтобы отбиваться от, я так понял, нападок тех самых волонтеров, которые против вас устроили бумажную войну. Эта писанина началась с их стороны. Они стали закидывать все надзорные органы города Сургута жалобами. Плохое состояние земельного участка, жестокое обращение с животными. Нет вольеров. Нет вольеров, плохое да, писали, состояние. Нет вольеров, там еще что-то. Ну, то есть, ну, конечно, конечно, нет вольеров. На будке все потратили, нет вольеров. Да. То есть и в ОБЭП они написали, и в природпрокуратуру, и в экологию, и в ветеринарный надзор, и просто в прокуратуру, и везде. И везде сколько они получают отрицательные ответы. И вы вынуждены на все это отписываться, принимать у себя проверки. Да, да. Это минимум полдня занимает. Это сначала сколько у вас проверок было? Сколько у вас проверок было всего? Ой, я уже на десяток, с десяток точно. Вот на этом участке? На больше этом 10? Участке, да. Да. То есть вы вынуждены... За этот месяц это уже третья проверка с ветнадзором. За этот месяц? За этот да. месяц, да, за мой. И вы, получается, вынуждены тратить свое время не на собак, а не на благоустройство участка, а вот на все вот эти проверки, писанины. Сначала полдня мы тратим на прогулки по участку с ветнадзором и другими надзорными органами. Показываем им, как бы, они там приезжают, спокойно, смотрите, они у нас ничего не закрыто. Они уже так часто к нам ходят, что... А потом еще надо дать им письменный ответ, объяснение. Хоть одно нарушение было выявлено по поводу вот, не, как это, жестокого обращения с животными? Ну, сегодня была прокуратура, был участковый, был ветнадзор городской, ветеринарная служба городская. Дознаватель. И ни у кого претензий абсолютно никаких нету. Ветеринар ходил, говорит, я говорит, не вижу говорит, здесь ничего, говорит, собаки упитаны, говорит, все говорит, активные, все хорошие, ни одной травмированной собаки. На все вот эти вот, то, что вот это, как они называют, инициативной группой себя они называют, на всю их писанину они регулярно получают для себя отрицательный ответ. Да, буквально вчера собака подралась, написали в группе, там собака умирает. Я как прочитала, у меня аж сердце схватило, да, что собаку никто не повез, что собака там лежит в полуживом состоянии. Я туда бегом побежала, у меня сердце колотится, я думаю, да блин, да что такое? Приехала, а собака хвостом виляет, скачет, прыгает, как ни в чем не бывало. За
машину. Там, конечно, у него по пульсу есть на лапках вот эти вот повреждения. Ну, видно, что подрался парень, там вот это бесспорно, конечно. Ну, конечно, он не умирал. Там, а написано было так, что я говорю, даже у меня сердце прихватило. Опять же, они написали этот пост в 2 часа дня. То есть это произошло, вот это ЧП, что собака подралась. 5 часов они пишут, что вот прошло 3 часа, руководство не появилось. Они написали у себя пост об этом. Где не позвонили, ничего как бы нам не сообщили. То есть Светлана мне в Вайбере написала сообщение, которое у меня в Вайбере, я давно им говорю, что у меня в Вайбере не приходят отчеты. Я Вайбер читаю раз в неделю. То есть я не смотрю, мне не приходит оповещение о том, что мне пришло сообщение в Вайбере. Я их регулярно об этом предупреждал. То есть через 3 часа они пишут, что руководство так и не появилось, собака лежит, умирает. Вот теперь вопрос. Нет, правда. С чьей стороны это жестокое обращение с животными? Если вы знаете, что собака умирает, как вы пишете, да вы знаете, кто оставил собаку? Ждете. То есть вот такая у них произошла ситуация. 2 часа ЧП произошло, 5 часов они написали у себя в комменте под вот этим постом. И у них есть все ваши телефоны, и никто мне звонит. Да. Мой телефон абсолютно везде в интернете есть, в постах, как бы, и знаю, не увидели, все, что собака подралась, получила увечья. Это был пост в их группе написан, «Повмоги». В 5 часов в комментариях они написали, что до сих пор руководство не появилось и не приняло никаких действий. И вот тут опять вопрос, с чьей стороны жестокое обращение с животными? Они не уведомили, что собака получила увечья, что какие-то там травмы. Они находились там, оставили собаку в тяжелом состоянии, как у них написано, что собака там бедненькая умирает. В итоге, когда... Они элементарно могли сфотографировать данную травму. У них есть, у них в группе это есть. Ну а почему они описание пишут такое, что она там помирает, если она... Это надо было для того, чтобы нас опять облить грязью. То есть создается, вот мы вот такие создаем. Молодцы, мы вот пофоткали собаку, мы ее спасли, ее не задрали до смерти, мы ее посадили в вагон, да, там, в помещение, в котором она находится. Руководство уведомили по тому мессенджеру, которым руководство практически не пользуется. Да. Не позвонив, не сделав, то есть ничего. Это с одной стороны кажется, что они хотят выставить себя в таком хорошем свете. А с другой стороны, есть версия, что они просто создают видимость критической ситуации у вас на территории, вообще, что вы ничего не делаете и никак не реагируете вот на такие якобы критические ситуации. Да. Правильно? Вот мы подходим к самому главному итоге. Какие версии вообще есть, почему происходят вот такие совершенно непонятные движения со стороны волонтеров, которые якобы хотят что-то сделать хорошее, но при этом нецелесообразно тратят средства, которые им жители, по сути, подарили. То есть от неких людей средства поступают, в основном, я так понял, от жителей города Сургут. И получается, что они просто хотят показать, что вы не справляетесь, а они вот якобы эффективно это все делают, но на самом деле по факту выходит, что они якобы помогают, возят куда-то животных, но при этом вся ответственность ложится на вас. Вот они вывезли собаку к ветеринарам, она там помрет или выживет. Если выживет, то они, получается, молодцы. Ну, якобы молодцы. Но выживет, мы виноваты. А не выживет, вы виноваты. Потому что мы здесь. Потому что вся ответственность на вас, и все проверки приезжают к вам. Все 10 проверок приезжали именно к вам, а не к волонтерам. Волонтеры вообще присутствовали при хоть одной проверке? Они быстро покидают территорию. Да. Уже неоднократно была проверка, я уже говорю, ой, сейчас проверка будет, ни одного волонтера не будет. То есть волонтеры избегают. Они просто избегают. Да. Давайте к главному подойдем. Почему это все происходит? Ваша версия. Чем хуже условия они показывают, тем больше средств они соберут. То есть это... Это... Такой способ заработка способ получается? Способ заработка, да. Ну, я не могу сказать, что они тратят там на себя. Я даже такого предположить не могу, понимаете? Но это складывается такое впечатление. Вот любого вот человека, который как бы приходит, прям... Вот это прям на виду. Вот чем хуже, тем средств больше будут.
Потому что, ну, как бы не было... Выражая современным языком, это получается хайп такой, да? Хайп. На вас решили хайпануть. Угу. Ну, они выставляют фотографии собак нашего приюта и свои контакты. Собирают деньги, но при этом ответственность на себя они вообще никакой не берут. Они хоть раз какую-нибудь записку или расписку вам оставляли, что я забираю такую-то собаку, беру ответственность на себя? Нет. Замечательно. Еще как вариант, я предполагаю, что идет некое отмывание денег, может быть, даже через Сургутнефтегаз там, или профсоюзы, потому что, я так понял, вот волонтеры в основном работают в Сургутнефтегазе, правильно? Ну, которые вот именно вот эта инициативная группа, как они себя называют, это, да, это Павловнефтегаз. Они даже нигде этого не скрывают, что регулярно там за их средства покупаются корма, еще что-то там, что-то они оплачивается. Они отчетность какую-то ведут, они вам предоставляют отчетность, что столько-то собрано, столько-то потрачено на корм, на воду? Нет. Они у себя в группе вот, «Помоги» выставляют, но если посмотреть, то абсолютно в 98%... Не знаю, как ты смотришь, я вообще там заблокирована. Через другой аккаунт. То есть и на общение с вами не идут? Они нас как только создали вот эту первую группу «Помоги» мы заблокировали. Написал жалобу в администрации. Они создали хайп. Вот Ангелина Риверевна, руководитель приюта, да. Болтовская, прошу прощения, заблокировала нашу группу, такая плохая. Но мы созданы неправильно. Нет. Они написали, эти мошенники заблокировали нашу группу. То есть, а в чем мошенничество ваше? На этот вопрос, если честно, я до сих пор... Они даже не могут следственным органам на это ответить. То есть мы собираем деньги и тратим на себя. Как они, как они это определили, я честно говоря? Одна из их волонтеров, эта инициативная группа, раньше вела финансовый отчет. И она прекрасно знает состояние финансового отчета и финансовой ситуации в приюте, какой у нас сейчас если они считают, что вы расходуете средства, которые вам пожертвовал народ, нецелесообразно, по идее, они должны обратиться там в налоговую, в прокуратуру, да, чтобы провели проверку. Была проверка. И проверка не выявила никаких противоправных действий. Видно, что я большую часть своих средств вкладываю, но не хватает пожертвований. Я что зарабатываю, у меня остается фактически вот, то есть на питание, и все. У вас постоянный дефицит, да? Постоянный дефицит, да. А вот что за история с новым приютом, на который собирается выделить 140 миллионов? Вадим Николаевич Шувалов открывал голосование ВКонтакте, по-моему, если не ошибаюсь, и в Инстаграме, ну где-то в соцсети, по поводу, нужен ли городу приют. Вот, естественно, все ответили, что да, нужен. И там была прописана сумма, что стоимость строительства приюта 140 миллионов, строительство планируется на 2 года. То есть сейчас это как в стадии проекта, да? Проектного утверждения? Сейчас пока, да, это в стадии проекта. И, ну, как мое личное мнение, как я считаю, у нормального человека вполне адекватным станет вопрос, для чего тратить такие наши с вами деньги, которые мы, жители города, оплачиваем ежемесячно для строительства приюта за 140 миллионов, когда в городе уже имеется приют, который надо вложить там 10-15 миллионов для отсыпки территории и восстановления новых вольеров капитальных, да, там, вложить туда не такую уж очень большую сумму, но не 140 миллионов. Но проект же еще не опубликован. Строительство будет в течение 2 лет. На сколько мест рассчитано? На 1000 голов. Город уже имеет опыт с таким строительством. Это станция юных натуралистов по улице Университетской, которую строили за наши деньги. Красивейшее здание, даже на данный момент, когда там пока только скелет сделан, да, там купольные такие, вход красивый. Его не достроили. Выделяется 140 миллионов. Откуда такая сумма? И насколько вы мне, я знаю, вот в Нижнем Новгороде есть приют, который построен по последнему слову техники, там двухэтажные вольеры, и стоит это все 32 миллиона. Там все есть, правильно? Там здание, там
просто здание. Капитальное. Капитальное здание, вот как типа нашего детского сада, да, только там вольеры внутри. Ну, есть и это все улице, стоит 32 миллиона. 32 миллиона стоит. А у нас с отоплением, с электричеством, с водопроводом, с электроэнергией, со всеми. Ну, по последнему слову, ну как, да, класс люкс. Ну, да. Считается лучшим, в принципе, в стране. А у нас в Сургуте хотят в 4,5 раза, то есть 4,5 таких приюта. Тут, видать, планируется, что у каждой собаки будет отдельный свой коттедж, квадратов это 100. И у этого коттеджа будет свой швейцар, еще плюс свой вол. В будке будет швейцар. И, да, в будке будет швейцар, будет повар, наверное, Константин Ивлев, и кушать они будут, наверное, скалопов и лобстеров. Ну, это же прекрасно. Да, это замечательно. Это прекрасные условия. Да, если это будет так. И можно я буду этой собачкой? Если это будет так, то это будет вообще прекрасно. А еще можно предположить, что, возможно, вот эти 140 миллионов будут просто распилены, а по сути построен приют за те же 32 миллиона, а все остальное, ну, даже меньше, да, а все остальное могут просто попилить. А чтобы как-то оправдать эти средства, да, вот эти 140 миллионов, надо же как-то выжить наш приют. Надо дискредитировать вообще вот эту тему приютов, что посмотрите, приюты не справляются. Мы им выделили участок. Ну пускай без воды, пускай без электричества, пускай за невозможно попасть. Да, пускай затопленные, пускай с траншеей посередине. Но они же не справляются, смотрите, они еще и за животными не следят, а еще и волонтеров это как-то прижимает. А мы вот за 140 миллионов построим такой приют, который это, поможет всем. Такой же вариант возможен, за правильно? За 2 года сколько до туда дойдет денег? 300 планируется в течение 2 лет. Ну это как с Крымским мостом получится, я предполагаю. Да. Начнут со 140, а могут уйти и в 500, и в миллиард. Приют для собак миллиард. Нормально? Да. Если там интересы нефтегаза и администрации города, как бы, почему нет? А рыночная стоимость данного участка, она известна сейчас? Примерно, рыночная? Рыночная стоимость, ну, она явно ниже, чем сейчас, кадастровая. Возможно такой вариант, что у вас просто хотят землю отжать? Конечно, возможно. Скорее всего, только ты... неизвестно кем. Если есть... городом, чтобы построить приют, то они могли фактически к нам обратиться и сказать, мы планируем строить приют. Ваши животные, там, ну пусть это будет частно-муниципальное какое-то сообщество, да, а вам нужно подвинуться там или переехать. Мы вот планируем, у вас там большая территория вокруг. Мы начнем вот здесь, вы, пожалуйста, подожмитесь, а как-то вместе можно было решить эту, ну, как бы совместную, так сказать, проблему, дилемму. А чтобы подвинуть вас, нужен общественный резонанс, правильно? Вас нужно дискредитировать. Вы, ребята, не справляетесь, ну-ка подвигайтесь, сейчас сюда зайдут другие ребята, которые готовы и аренду побольше платить, и это... Больше не получится по закону, платится от кадастровой стоимости. Рядом имеются 2 участка, то есть слева и справа от нас. За счет расширения их можно сделать. Да, можно построить, если действительно город планирует такую сумму баснословную потратить, то они могут просто... Вот этот же рядом участок и все. Взять и все. Зачем им наша земля? Ну, просто это как-то... Ну, оно не надо. У нас там не той площади земельный участок, который мы имеем, для того, чтобы у нас его как бы городом забирать, да? Они могут также перезонировать, так как рядом территория одного целевого назначения, перезонировать ту землю, ну, тот земельный участок, который сейчас загроможден вот этим мусором, торфом, вот там по левую сторону у нас, и фактически им заняться. И там площадь будет даже больше, чем вот наша. У администрации единственное, скорее всего, не будет в этом интереса, потому что надо бы задействовать технику. Этот участок мы уже привели более-менее в надлежащий вид. Ну нет, это же делать все равно частные компании, в любом случае. Это был единственный свободный земельный участок под приюты, с зонированием под приюты, под животных. Фактически мы его и забрали, потому что другого ничего не было. На данный момент вам нужна какая-нибудь помощь? Да, помощь нужна техникой, помощь нужна еще раз в оцепке территории, в строительстве, в стройматериалах, в руках людских, человеческих, чтобы люди там помогли нам сделать. Сейчас убирается гора торфа, которая была перекидана нам на участок в очередной раз при разрытии траншеи. Надо будет делать новое заграждение.
Я даже не знаю, это даже не собачьи, а какие-то, блин, издевательские условия. Даже для собак. Так у вас тут газ! Вам скважину надо бурить! Сероводород здесь. Он самому вода сероводородом воняет. Железа много вообще. Надо будет делать новый забор, надо переставить вагоны, ну и надо строительство нового сельского района. То есть нужд очень много, времени очень мало, помощи никакой. Сейчас самое первое – отсыпка ограждения. Далее идут уже вольеры и так далее. Все по порядку, по плану, так сказать. У нас еще бугольная площадка должна быть, мы ее планируем на середину июля. А ее тоже, чтобы делать, нужно сначала оградиться, так сказать, от непрошенных костей и животных. Все ваши контакты и реквизиты можно найти в группе ВКонтакте. В группе ВКонтакте приют для животных Берегиня, Сургут. Угу. Администрация. Администрация города Сургут, отстаньте от нас, пожалуйста. Ну а как еще? Отстаньте, пожалуйста. По итогам, вот сегодня приезжала проверка, я тоже присутствовал как журналист, полицейские как-то непонятно себя вели, приехали без формы, без нагрудных знаков, отказывались представиться, ну, вроде общий язык удалось найти, все, не представились, пояснили, что проводится проверка, якобы по жалобе о том, что в приюте Берегиня жестокое обращение с животными. Происходит жестокое обращение с животными. Мы походили, сколько мы там, часа два или три проходили, присутствовала, приезжала «Газель» вместе с ветеринарным надзором, я так понял, да? Это ветеринары были, бюджетные организации, да, ветеринарного центра городского. Городской ветеринарный центр. Потому что сказали, что ветеринарный надзор некомпетентен, поэтому пригласили другую надзорную организацию. Вот, присутствовали, в общем, двое полицейских, ветеринары, и вот вы присутствовали, и я как журналист. По итогам этого осмотра, я так понял, вот вышли эти ветеринары, я их конкретно спросил, есть ли какие-то факты жестокого обращения, сказали нет, все звери убитаны, все в критическом состоянии, никого нет. Вода есть, еда есть. Да. Получается, волонтеры вот такие, получается, они вам просто палки в колеса вставляют. Они дискредитируют работу приюта. И они вот этими своими действиями усомняются в компетенции надзорных органов. Они усомнились в компетенции прокуратуры, написали в ханты. Они усомнились в компетенции ветнадзора, вызвали других ветеринаров. Потом они усомнились в компетенции этих ветеринаров, вызвали другую ветеринарную службу. То есть эти люди, вот эта инициативная группа, они не верят никому. То есть приезжает прокуратура, нет, прокуратура купленная. Приезжает ветнадзор, нет, ветнадзор купленный. Приезжает дознаватель, нет, дознаватель купленный. АБ провел проверку, замечаний нет. Нет, АБ купленный. Земкомитет провел проверку. Нет, мы земкомитет. Вот эти люди, они не верят никому. Все дело в том, что они не являются ни кинологами, ни зоопсихологами, ни ветеринарами. У них нет профильного образования. Как они оценивают сие состояние? Вот мне непонятно, правда. Из своего субъективного мышления, что они дома живут, да, с собачкой, у них там одна, там две, грубо, собачки, живет в квартире. Да, плохие по сравнению с квартирой. Я считаю, каждая собака должна жить на диване. Но она живет в приюте, ну невозможно там при любых обстоятельствах, ну, такие условия создать. Ну почему? Невозможно. Я видел сегодня у вас одна там будка просто шикарная такая, даже с отливом воды. То есть карниз такой сделан, шикарный домик, рядом кресло стоит, внутри пуфик, нет, миска внутри, миска снаружи. Старейшая собака. Замечательные условия. Это для собак, которые уже, к сожалению, последние годы доживают. Это плохо так говорить, но они уже старые. Образец жестокого обращения с животными. Даже водосток есть. Кресло индивидуальное. Внутри будка, снаружи, внутри миска, снаружи, внутри пуфик. А? Как тебе тут живется-то, а? Расскажи.
Нормально? Почет и уважение, да. Им предоставляются лучшие условия. Что молодые. Ну, будем надеяться со временем, что у всех такие вот. Будем надеяться, что будут лучшие. Мы да. все-таки думаем, что они будут и зимовать у нас в тепле, не то, что там они там в вольерах и в будочках, а что будут теплые помещения, что вот будет у нас много сотрудников, которые будут работать, за ними ухаживать. Будет много людей, которые будут приходить с ними играть, гладить, там, вычесывать минимум, потому что даже вот на просьбу вычесать животных, ну, два человека пришли, поучесывали двух собачек, и как бы на этом все. А их у вас? А их 180 на территории, ну, как бы, ну, не хватает нам труд. А тем более вот эта вот трата времени на вот отписки, вот эти вот прогулки с ветеринарными надзорами, с прокуратурой и прочее, отнимает очень много времени. А вместо этого мы могли бы их элементарно вычесать. Основная проблема в том, что волонтеры в основном это девушки. Так, мужчины так, очень нужны. Да, очень нужны мужчины, потому что основная массовая работа – это физический труд. Нелегкий, то есть это элементарное строительство вольеров, это, естественно, умение владеть шуруповертом, молотком, топором, ножовкой. Если муниципалитет нас поддержит, во всех управляющих компаниях, в ДЭЗах есть те же плотники, есть те же дворники. Если у администрации есть какая-то возможность хотя бы в один день одного человека отправлять на помощь приюту, это уже было бы очень хорошо. То есть два человека в приюте – это не один человек. То есть два человека действительно могут сделать больше. Один держит, второй прибивает. Это четыре руки, это все-таки в два раза больше дела можно сделать. Есть некоторые моменты, когда один человек просто физически невозможно сделать. Так, главное правило волонтера – не навреди. В данном случае у нас… Собственно, противоположная ситуация. Мы ждем, что люди придут и спросят, какую помощь мы хотим. Просто приехав и спросили, и потом, соответственно, помогли. Именно тем, какая нужна помощь в данном конкретном день, момент, неважно. Что-то случилось, у собачки лапка заболела, свозить в ветеринарную клинику. Нужно столбик вкопать, ну, как бы, ну... Просим, пожалуйста, помочь столбик вкопать. Нужно вот в данный момент корм закончится, там съездить его просто купить. Автоволонтеры просто на великом счету. У нас раньше с садиков, со школы мы забирали еду. Очень нужны автоволонтеры. Просто забрать. Даже предлагали, чтобы кто-то съездил, там помог загрузить, чтобы только привезли. Помощь нужна очень разноплановая, мне кажется, каждому найдется по вкусу, ну, так, чем он хотел бы помочь. Предлагаю заключить договор волонтера, в котором пропишется. Также можно завести волонтерскую книжку, в которой будут отмечены все ваши добрые дела. Все это мы предоставим, вы можете это показать. Можно. Если это подросток, это, а он может там показать это в школе, в учебном заведении, может быть, это как-то отразится положительно. Если вы взрослый человек, возможно, это на работе где-то можно показать, что вы действительно подтверждаете, что вы волонтер со стажем, что вы вообще просто очень позитивный человек. На международном уровне это будет как-то котироваться? Я думаю, это котируется везде, потому что волонтерство, оно везде в почете. Вот везде. Обратитесь к жителям города Сургут, попросите помощи. У кого есть время свободное, приходите, помогите, чем можете. Приходите, пожалуйста, помогите приюту. Руками колотите будочки, отремонтировать вольеры, по заборчик можно, ну, элементарно... Ямки сделать, лунки под новый забор, поставить столбы, выставить. Ну, технику, если есть у кого возможность техникой помочь. Ну, даже не оплатить просто, чтобы техника приехала к нам и выделила там свой час времени. Мы обещаем, что мы там что-то на час ему организуем какую-то, потому что там всегда есть работа. Ее очень много. Ну, как бы желающих
Ну, пока не так много, но я думаю, что их будет больше и больше по мере того, как будут узнавать, что есть приют, что он строится, что он ждет гостей, добрых людей, так сказать. А расскажите, пожалуйста, вообще историю создания приюта «Берегиня». Вы вообще как это вы пришли к этому? Я как-то увидела объявление про Алабая, ну, про большого. У меня в зиму умер кавказская овчарка на даче. Ну, я увидела собаку, думаю, ну, можно. И там написано, что вот его усыпят завтра. Вот, в общем, такой был слезный пост написан. Я думаю, там был жалобный пост, что собачку усыпят, надо, в общем, помочь, заберите, пожалуйста. В общем, ну, я туда 10 дней ходила. 10 дней за этой собакой. Там выдавали одну собаку на паспорт, там, говорит, большая очередь была из волонтеров, вот, ну или, может быть, людей, которым жалко и не очень. Мы там все перезнакомились, узнали, что животных там на 10-е сутки нашляют. В общем, я эту собаку выкупила, а потом, как бы, ну, в сердце так сильно отложилось, что я просто уже не смогла остаться в стороне, и, как бы, получилось так, что мы ходили туда ежедневно. Ходили ежедневно, просто забирали собак, потому что было, ну, по-человечески жалко. Ну, вот, ну, правда. То есть ты стала, так сказать, волонтером, да, который помогал? Ну, да. А ты, когда помогала, ты спрашивала разрешение у тех, у кого содержались собаки? Конечно, спрашивала. Они же по документам отдают на паспорт каждую собаку. В одни руки одна собака. В общем, после того, как они нам пообещали выдать собак, а они их усыпили, я написала заявление в полицию первый раз. Полиция приехала, посмотрела, не усмотрела ничего противозаконного, естественно. В общем, потом второй раз мы приехали, там был уже такой запах шкур паленых, ну, это очень такой запах, ну, тошнотный, я бы сказала. Я вызвала следственный комитет, дознавателей. И вот после этого начали неограниченно конкретно мне выдавать животных. За первый раз мне выдали там что-то порядка 72 собаки в одни руки. Они выдали мне практически всех. У кого подошел срок 10 дней, вот они у них там задержались, они мне их выдали все. И потом фактически так чуть не каждый день они мне выдали то 20, то 15, вот в общем всех своих там, кто у них был. Вот. А, и комментирую там, ну не заберете, усыпим. Вот так. И вот получилось, что мы строили вот эту вот секцию там на вот чужом участке там, 30 вольеров, потом они как бы увеличились и стали большим приютом, так сказать. То есть у вас это чисто на добровольных началах появился такой приют? Да. Как пришло название «Берегиня»? Само как-то. Не знаю даже от кого это пошло. Это кто-то предложил, и мы поддержали. И я, честно, даже если кто сознается в этом, я буду благодарна, потому что хотелось бы уже даже вспомнить. Потому что кто-то сказал «Берегиня», и вот оно вот и зацепилось. «Берегиня, Берегиня». Тихо, тихо, соберись. Отвлекись. Давай, там у нас 30 минут. Все, 2 минуты осталось. Да. Я уже знаю, сколько угроз там поступает регулярно. От кого? От тех же волонтеров? Конечно. Ей тоже. Живодеру. Ей тут уже грозились мордасы наколотить. Угу. Палками нас пообещали побить. Это печально. Подождите, не перебивайте друг друга. Я не могу. Вы заглушаете. Даже, ну, имейте чувство так-то. Попеременно, пожалуйста, разговаривайте. На женщин нельзя. Но одновременно не надо. Это не будет слышно. Это я могу уловить. У меня мозг нормально. А компьютер не умеет. Компьютер не чур активный, что-то. Компьютер не умеет разделять голоса. Ладно, чего молчим? Не надо молчать, надо вовремя это. Слушать пока. Замолкать надо вовремя. Поняла? Понял. Типа, я хочу сказать, а ты не молчишь, ты что? Мой телефон абсолютно везде в интернете есть, в постах, как бы, и знаю. Не увидели? Все. Есть ли Людмила Николаевна? Как? Одновременно замолчали. Поймали тишину, называется. Да. Я хочу сказать, что с чьей стороны это было жестокое обращение с животными. Ты что меня перебиваешь? В 2 часа они написали пост о ЧП, которое произошло. Опять ты перебиваешь. Нет, она не перебила. Перебилась, когда одновременно. Да, то есть...
Ну и я не знаю, может, если хотите, обратитесь к жителям города Сургута и к администрации города Сургута. Концовку. Вы граждане города Сургута. Лучший житель. Жители. Сбил. Как я тогда говорил? Сургучане. Нет, не сургучане. Сургучане. Как мы ждем вас. Как я говорил про разборку вольеров? Не знаю. Блин, я что-то как-то так классно тогда сказал. Самому понравилось. Объясняю, что не шелести ногтями, не шоркай, не понимаю. Смотри, не шоркай ногтями. Смотри, в камеру смотри. В камеру смотри. А то он тебя кусочками нарежет. Так, на чем мы остановились? Ты что-нибудь такое? Говори. Твоя очередь. Я все уже сказала. Я уже тоже все сказал. Ну тогда я нарежу то, что есть. Говори давай, что ты бескорыстный, что ты не живодер и не душилорда. Да. А то же никто не поверит. Никто же не поверит, да. Все до сих пор думают, что это ты убил. Может, у тебя это зарубки сколько собак убил. Точно. Ты понимаешь, кто сейчас сохранит это на видео и выставит? Да не видно там. За живодерами столько. Идет сплошное вредительство. Ходишь в негатив. Я тебе говорю, иди в позитив. Так я приду сейчас в позитив. Мы ждем, ждем позитива. Не через негатив. Все. Ну, что ты нарежешь там, ну, не знаю.